Больше не клуб олигарха. В СМИ появилась информация, что хоккеистам «Авангарда» задерживают зарплату. Это на фоне новостей о расторжении контрактов с несколькими ведущими игроками. Реакция из «Авангарда» последовала незамедлительно. Президент хоккейного клуба Владимир Шалаев сообщил, что, цитирую, «клуб всегда выполняет все контрактные обязательства перед игроками. Техническую задержку в 2 недели мы не рассматриваем как какую-то проблему». Конец цитаты. Эксперты успокаивают, хоть «Авангард» не входит в топ-5 богатейших клубов, вряд ли стоит говорить о финансовом кризисе. Впрочем, явление можно назвать системным. Подобные проблемы появляются у многих клубов континентальной хоккейной лиги, например, у Новосибирской Сибири или Адмирала из Владивостока. Наверное, треть команд лиги испытывают какие-то проблемы. Опять же, надо понимать, что спонсоры по-разному перечисляют деньги на счета клуба. Одно дело, когда задержки идут во время сезона, и тебе как-то нужно, как тренеру, как менеджеру, убеждать игроков, что нужно выходить, биться, бросаться под шайбы. Но ты при этом не получаешь деньги. Сейчас это, да, это конец года. Конечно, эти деньги надо выплатить. Конец сезона, я имею в виду, хоккейного года, да? Но как-то на команду это так глобально не влияет.